Ну, продолжаем. Так, а мы в ПВП тоже играем, да? А ничего не остается. Да, мы так же играем, как и они, по сути. Походу, зеркалка. Ну, скорее наоборот. Ну, только МБТ немножко. Да, да, скорее. Ну, мы на острове им показали, как здесь правильно играть. Да. Так, вот ваш стрим. Если кому интересно. Так, да, парни, спасибо. Все, так, все тихо, да. Так, все играли на этой карте, да? Ну да, наверное. Да, все играть. Да, позавчера. Уж эту карту мы играли столько раз. Все равно, скажите, в общем, легкая техника в случае на острова. Угу. Первым идет ВБЛ, за ним ВФМ. Где мы? С какой стороны? Справа. Справа. Так, отлично. Три. Те, которые будут стоять левее, отделяются, едут по низу, поджимаются на центр. Остальные поверху едут по центру. Тоже поджимаются. То есть, вот сюда идут и вот сюда идут. Вот снизу. Да, чтобы, если что, помогать вам внизу. ФМ идут на острова. Вот смотрите. Сперва проходим сюда. Если вдруг светит, что у них раш по низу идет, отступают за холм. Значит, МБТ поедет вниз. Я поеду вниз. И кто там еще ближе будет? Скорпена. Скорпена. Мы идем вот так вот и вот сюда вот. Остальные поджимаются вот на центре, прячутся. В ФМ мы не спешим, значит, вот сюда вот едем вначале. По длинной, да, ехать? Первым конечно, будет ВБЛ, конечно. Смотри. Аккуратненько только его, свет. Аккуратненько. Фонька, башня, так, если вдруг сейчас у них раш, первый МБТ, откидываешь дымы, отходим назад и поднимаемся наверх вот здесь вот. Потому что они дальше тоже играют. Нет, дальше лайлот не едешь, все. Если это был ты. ФМ все стоят здесь, все ждем за света ВБЛ. Так, ВФМ, проходите дальше вот на остров, если что, нас прикрывать. Поджимаемся к зданию с правой стороны, два танка, как раньше, к камешку. Ты наверху. На леопарде. Страшно. Леопарде, алма. Я понял, ну, смотри, мне там. Короче, ну, вот здесь. Тихо, батарейка. Никого левого. А, его, я понял. Если... Да. ВБЛ в свете. ВБЛ в свете, так, ВФМ. Ролим захватом, нет? Можно не, встать на захват. ВФМ, давай пока ставим. Так, только не вылазим вперед, ждем, потому что здесь от обороны играть намного выгоднее. ВБЛ в свете. ВБЛ, отлично, в свете. ВФМ, так, давайте пройдем на следующий срок. Они должны что-то делать. Смотрите, они едут, если мы встречаем. ВФМ, проходите тоже, чтобы нас угу. Что поддерживать. Смотрите, если упарываются на нас, отходим чуть ниже. ВФМ, здесь пока ВФМ, надо. ВФМ, вы если должны вдруг вот сюда вот пройти. Я это, вдруг... пока смотри маркер на мне. И убить там, чтобы нас с щелка не стреляли. ФМ, пока здесь. ВБЛ, смотри, смотри, а если что, что здесь. Да види, что я сейчас далеко упрусь, они сейчас стол на меня сведутся и конец. ВБЛ, походу дела, переехал или затаился, но он меня сразу же полил. Сейчас они будут рашить по-любому. Да, у них выдра нету. Первый идут. Так, ВФМ, сзади, ВФМ, быстро. Убить вот эту вот мерзость. ФМ. Так, лёпик и танк. ВФМ, отодвигаемся. ВФМ, вы видели, что ВБЛ приехал там? Видели. А, не на круг встали, чтобы захват не шёл. Так, блин, он светит. Ничего себе. Так. Они сейчас будут давить толпой, пока мы ВБЛ гоняем. Нам нельзя уходить за ним. Так, не уходите далеко. Все, возвращаемся. ВФМ обходит. Возвращаемся на ВФМ, встречаем. Встречаем ВФМ. Толкаемся. Они ушли, все, отступили. Так, леопарды, которые там поджали, сизи, смотри, к вам сзади, может внезапно зайти ВБЛ. Будьте готовы. Так, ВФМ, возвращаемся на острова. Обратно. Смотри, Скорпена, можешь аккуратно от них стрелять, засветил, но... Кто-то. Самое... Сзади ВБЛ. ВБЛ, может быть, ты сорвешься и пойдешь искать ВБЛ? Да, могу как... тут вот где-то катать. Так, у них один ВБЛ, да? Дайте вы в него попали, не попали? Хоть раз. Нет. Нет. Он из инвиза. Уехал ВБЛ, не светится больше. Может, ВБЛ ВБЛ сожрёт? Они потиху подтягиваются. Так, ОБТ. Они сюда целятся. Да-да-да, они сюда загрузились. Может, мы попробуем в ФМ сесть?
С ВБМ так, вместе. Рикошет. Давайте, проходите. Пошли. Вот так. Смотрите, ВФМ, парни, пошли. Вы там внизу играли. Вы все знаете. Хорошо. Прекрасно, как делать. Влад, ставишь фокус, если что, не убиваешь. Вам, наверное, надо было по краю лучше идти. Да-да, я забираюсь, ВБ, левее идем, ВБ, за фэншуем. Вот, чтоб он вам первым подсветил. Фэншуй, левее идем. Я опять в открытом свете, скорее всего, ВБЛ-ка светит. Леопард. Сзади, в облак. Там гоните шот кто-нибудь один, я выйду в сторону. Аккуратно башню-то. Может кто-нибудь? Так, ты это мне? Да, сейчас так, я ВФМ, вот отсюда заходим. Не, они не разводятся наш. Вот так ВБЛ, да, смотрите. Чисто. Не, ВФМ, давайте, догоняйте. Вот здесь заходим. Я его... Так, парни, попробуйте, чисто. Посмотрите, что здесь ВФМов, их найти надо. Как бы они нас не обошли вот так вот сзади тоже. Если они обходят сзади, мы берем, рашим сюда ВФМ, и вы на них выходите. Так, ВФМ, стоп. Давайте, пошли левого забирать шотного, одного вот этого, 2000. Чисто. Так, внимание, разворачиваются леопарды. Так, левого, вот так, короче, ВФМ убиваем обходит, того, кто кормой к нам стоит. Поехали. Блин. Давайте, парни. Драный ВБЛ. Так, работайте по фокусу, вот лево. ВФМ возвращается ВФМ. Так, я карту своему вижу. Дал. Уходим. Если что, в оборону становитесь. Если видите, что невыгодная ситуация будет. 1000, фокус. 644. Собрали. 497 хп, леопард. ВФМ выходит, ВФМ выходит. Вот, назад. 1000. Он, работайте. 644 хп, леопард. 293 хп, леопард. 800. Красавцы. 426 хп, леопард. Фокусом 400. Сейчас доберу. Быстрее, нас сзади давит ВФМ. ВБЛ сзади, внимание. Так, 1000. ВБЛ сзади, осторожно. Корму заходит, едет на вас прям. Не разбредайтесь, они вас по одному будут грызать. 722 хп, ВФМ добить. Слетел, забили на него. Не забили ВФМ. На него, да, леопард 1000 хп. Леопард, ты чё? Ну ладно. Лихой, помогай срочно леопард, им. 713 хп, леопард. Давайте, я только, ну пора. 700. Да ладно, блядь. Блядь, да что ж по своему стреляю? Блядь, айлот, ну. Так, парни, тихо, всё, спокойно, не входите. Сзади ВБЛ, осторожно. Так, алло, добей 394 хп, убей его. Леопарды, фокус ВФМ справа. Как у вас там дела? 200 добрать, в тихо флот. Так, отлично. Сгруппируйтесь все, пожалуйста. Да, все соберитесь ВФМ. Как-нибудь в одну кучу. Айлот, давай, поднимайся быстрее. Так, танкист, у тебя... Айлот, помогай танкисту. ВФМ, выйди. ВФМ-ка, я лечу. ВБЛ убегает, блин, специально. Заберете? Так, ВФМ доберу. Попробуй. Он далеко не убежит, я думаю, доберу. И на захват все, вставайте сразу с толпой. ВБЛ искать будем, так, да. Так, отлично. ВФМ добирайте, все на захват. Все. Захват, да, 240 до конца. Так, сори, ребят, что-то автозахват плохо сработал. Фу, главное, что вовремя просветил их, ё-моё. Сдаётесь. Ну он понимает, что ВБЛ-ка бегать будет. Что, смысл ждать. Но она может из инвиза накидывать. Да, она может из инвиза забивать, подожмитесь. Так что зажмитесь все. Так, тихо, парни, ёб вашу мать. Тихо, все. Подожмитесь к скале, чтоб вас с этого, с островов не атаковали. Я, меня, на мне захвата нету. А, он на ИИ заехал. Я контур стою, все. А, утонуть, кстати, 20 секунд в курсе. Теперь. А-а. Может, ты бы кто встал, разница. Не, пусть по мне, у меня лапа сработала, вон там на острове. Ну все. Простреливает, видишь, он вис. Лучше не подставляться. Не, не подставляйся.
ладно, все, не буду, все. Ну, уже времени тут не хватит на сеть. Да. Кабанщики тонут они. Угу. Молодцы, парни. Выиграли? Да, выиграли, ты знаешь. Так, еще. Никто не участвует в бою. Да, нет, давайте все отсюда болтать, куда-нибудь. Блин, выгоним из комнаты нахер. Парни, серьезно просто. Поправим, просто время надо. Нет, просто кикнуть надо. Так, парни, спасибо, молодцы. Я там плохо сыграл, конечно, но вы отлично отыграли. По фокусу. Не, но там по-своему. Фэмов там немножко не пошло. По-своему, да. Это случайно, это бывает. На такое, блин, обижаться даже не надо. Понятно, что никто специально ни по кому не стреляет. Смейте технику. Смейте технику. Просит скрины. Конечно, просит, все правильно, он просит. Смотри, у них пацаны не успели пострелять даже, смотри, там по 700 урона. Леопарды потом. Так, все, все, тихо. Сейчас сторона будет попроще для нас. Мы выбрали тяжелую сторону. Ничего за бир. Понос, ты когда на ВФМ прорываемся, давай четкий фокус. А четкого не было, потому что непонятно было, что творилось. Я поэтому не давал его. Ну, короче, я отвалился, меня ВФМ и троем загрызли. Да, ну да. Ну, в принципе, я их отвлек. Ну да. Случай был, где я выезжаю, леопардов бор, гусениц поведел, охренеть. Да, у простого фэмов там был не совсем внятный раш, потому что хер знает, что надо было делать, они все там кучкой стоят. А леопарда первого нормально сбрили. Ну, в целом неплохо вышло, потому что в фэмы ушли, непонятно куда у них. А мы подловили их на момент. А, они за мной нырнули. А, ну вот. Пока они по там... отдельному кругу поехали вокруг, сверху, так. В общем, пока они катались, мы успели их пострелять. У вас получилось так, они только спустились. Ну да. Три гребаных раза я его не пробил в ФМ-ку. Бывает. Бывает. А меня сколько раз не пробили, там, надо смотреть, кстати, заблокированный броневик. Все, те же составы ставим и все тогда. Ну, конечно. Зуберку портый какой-то план. Отраженный урон, пацаны, приколите, 1600. Я танканул на МБТшке. Как первый состав сыграл? Никто не в курсе? Пока нет. Камыч не доиграли. Так, мы с этого сменяем технику сейчас. Надо будет друг. Да, надо будет посмотреть, что творится. Ну, у нас в любом случае леопарды, так что. Угу. Так, ну, в принципе, у нас то же самое будем играть, парни. Ну, сперва давайте я пикаю леопарда. Изи пикает леопарда. И флеш пикает леопарда. Я напишу это только. А флеш тут? Такой... Нет, флэш. Такое ощущение, как будто да, не болеет за всех, кроме нас. Просто это тут медленно происходит, лагает комната. А, БТ взяли. Зачем, интересно? Ну как зачем? Они посмотрели, я же их там турил, потому что разъебывал. Хули у них башенки там торчат. Ну я правда... Так, танкист, тихо, пикай МБТ. Смерч, пикай ВБЛ. Он из пикай ВФМ. Так, Скорпион, ты на леопарде играл, да? Верно. Фэншуй, ты на чем играл, еще раз скажи, пожалуйста, налево тоже, да? Фэншуй на ВФМе. Не, его не Альма, блин. Я налево, Альма. Почему у них два пика? Вопрос случайно. Сейчас начал. 5 должно быть. Дальше мы.
Так, давайте пикай феншуй, ВФМ и два лево еще. Кто там у нас? Скорпена? Скорпена. Угу. Так, Айлот, сейчас посмотрим. Ты, скорее всего, опять там ВФМ будешь играть. Два лево, ВФМ. Так, что там по легкой технике? То же самое. Два, ну, давай, ВФМ, ВФМ я называю. Так. Сейчас ждем готовности и поедем. Ну что ж, продолжаем. Так, здесь мы разделяться, наверное, не будем. Да, не будем делиться. Здесь мы поедем. Пишет, здесь поедем ОБТ. Помните, там на всех места не хватит. Часть становится за горку, часть поджимается под большую гору. ВБЛ светит помнизу, опять же, острова ВФМок. И ВФМ идут за ними. Ништяк меня кинуло, самым крайним. Да ничего, все равно пол игры стоит. Это вы были. Так, ну ВФМы. Сюда вот. По тяжам вы знаете. Ну да, мы там выстрелимся. Так, все понятно? Так, все поняли, как действуем, да? Вот сюда вот поджимаемся на ОБТшках. Часть сюда вот под эту горку, часть сюда под эту горку. Меня слышно, да? Да, да, все слышно. Такая тишина просто. А то ты обещал кипнуть все. Да, да, все боятся. Я обещал кипнуть. Пропустите, ребят. А, значит, далеко. Пока тут ждем Айлот. Да. Ждем, когда вы были, по сути. Я проезжаю на крайний так, остров, чтобы центр подходить. Идешь сюда потихоньку, если засвет ловишь, отсвечиваешься, сюда доезжаешь. Ну смотришь, в общем, ты все. Да, я в курсе, чувак. Центр. Центр, да. ВФМ пошли сразу. Понял. ВФМ, вам задача отбить вот эту линию. Угу. Тогда мы сможем пойти в раш. Смотрите, если у них там дальше никого. Ага, ничего себе. Да, сколько их там? Трое? Три. Трое, смотрите, ВБ, сейчас надо сперва, чтобы освободили нас эти. Потом три леопарда, которые здесь стоят, обойдут вот так вот просто. И мы здесь закроем их, быстро вырежем и развернемся на вот этих вот парней, если наши уберут ВФМ. Так, только осторожно, там вам по центру помогать же будут. Есть возможность пострелять, стрелять? Если конечно, есть возможность конечно. Стрелять, стреляйте. Желательно не получать при этом урон. Светить центр. О, ВФМ идут, встречаем ВФМ. ВФМ, кстати, ВФМ. Не забудьте, что у них ВБЛ еще не светился. Да, он по ходу дела оторвался в другую сторону, потому что меня не светили ВФМ. ВБЛ, будь аккуратнее, ВБЛ, будь аккуратнее. Фокус, рубин, рубин, фокус. Контрим, контрим, ребята, ребята. Хера не пробивается. Не пробил. Так, 200, фокус, добрать. Не пробил. 200 доберу. Я же три стоит. Леопарда, трое откололись вот сюда вот. Еду. Сука. Давай назад. Полторы тысячи. Назад, отъедь. ВФМ, ну вас с центра ломают, ну. Еще одно. Парни, вперед, выдвигаемся на этих, на парней по центру. Вкидываем дымы, если вас светят. Работаем по фокусу. 700 хп. Добейте. Блин, блин. Тяжики, вам нужно ускориться. Да, моя ошибка. Не, в ВФМ мы с игры тут плохо сыграли. Тут на ВФМ, да. Плохо косячили. Так, 240 хп, Вейдер. Мэтт добей. 1100. Добей 1118 хп, халигали.
Только прострел нет. Ну 600, алло, кто не... Изи, изи, налево стреляй, ну бро. 327 хп. Все, фокус. Так, фокус на... Нет, он просто... Димочка, обойдите его только в борт один. Заходит с... Ну ФМ, быстрее, 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 ребята, давите. Изи, поджимайся жопу свою. Так, парни, все нормально. Там моя ошибка, ну, тоже ничего. Была. Поздно, мы тоже плохо сыграли. Так. Не, мы плохо сыграли, сори. ФМ плохо сыграли. Ничего, соберемся, в следующий раз сыграем лучше. Кто там в ФМ? А, непробиваемый какой-то вообще был. Ну да, везло пацану. Ну, мы вылезли, нельзя было вот вам подниматься наверх. Я еще как-то... Да, я просто ставился. Уходил, чтобы они так, за мной парни. Вылезли. Да ладно, все, забились, парни, следующий бой. Я спрашиваю вас другое, сейчас хочу спросить. Гор, зря ты оттуда поехал, надо было сверху заходить. Ты прям по центру поехал, получается, эти снизу два ствола сразу тебя... Понял, да, я ошибся, парни, я не спорю, тут вообще ни капли. Тут была моя ошибка тоже. Вам с центра накидывали леопарды вниз, да? Дали, да. Мне надо было раньше отправить... леопардов наших троих на поддержку тоже. А чё мы снизу не зашли, как в прошлый раз, помнишь, мы на трене играли? Мы, с короче, этой стороны это не так удобно, на самом деле. По-моему. Справа обходили вот через, ну, там, снизу их заходили, получается, тех распиливали, которые стоят по захвате, вот. Если эти будут прикрывать нас в ФМ сзади, там, с этого, как его, с воды, скажем, да, с острова, то мы спокойно можем так через низ зайти, и от тех, которые на захвате стоят. Так, респ какой берем? Этот или другой? Вы уже сыграли, что ли? Да. Ты чё, как? Проиграли 1-1 пока. И этот, Егор, я когда стоял, я тебе говорю, ответь назад, ведь, а ты меня не слышишь, я говорю, я не слышу, а, не, стоп, легко, ну кисть, а ты, я тебе назад показываю, уже даже в этом, в чате пишу тебя назад, что ты назад отъехал, ты нет, все равно выезжаешь и тур закрываешь. Так, парни, проиграли, да, бой? 1-1 пока, да. Ага. Ой, блин, парни, вот. Ой, все. Оу, что ты творишь? Так. Ты что, наркоман? О, наши хитцы, эти, наш Йоко опять с хитцами играют. Воем пруха-то. Так, ну что? Ты ему сказал, что ты немножко наркоман. У меня респы остались на том же респе, норм. На том же респе? Да. Ну, как бы, да. Так а мы этот как, или тот? Да этот нормальный респ. Нормальный, ну блин, все. Да мне этот респ больше нравится. Ну. Выигрывать надо. Вообще, по идее, можно поехать, конечно, и не дать им снизу туда зайти, вот как мы заезжали, там, где они на захват стали. На низ просто сразу пойти и зафокусить их, короче. И ВФМом так достаться, ВФМом сразу пройти, чтобы отстрелять их. А сразу на острова, да, переместиться так, чтобы отстреливать их. Так, парни, я беру лево, и заберет лево. Так, они там опять не добрали одного. А, вот. Так, три лево, давайте, изи, и кто там? Флэш, да, все правильно. Так, там кист МБТ, Скорпена лево, и кто там еще у нас на лево? Альма лево, да? Да-да. Ой, где-то лево. Тяжелый бой.
Какая пальмария, ты чё? Да я туплю, блядь, танков до хрена, подожди. Тебе не Ростов, папа. Что? Это, по-моему, Сливони там. Так, сейчас фэншу и Соносом берете в ВФМ. Ну подожди, пока они там еще. Я в принципе. А, не поставили? Подождите. Не, стоп. Они уже поставили. Они не фэншуй, сними галочку пока, подождите. Я в принципе не говорю. А чё, они поставили 6 танков, аля? ФБР, 2, ВФМ. А, ну так они же ставят 9. Подождите. Все, я понял. Вот. Так, фэншуй у нас ВФМ и смерч. ФБР. Вот ты у нас как обычно последний. Ну, тоже на ВФМ поедешь, будем тоже тактики играть, блин. Можешь леопарда с ВФМ-ким ездить, как думаешь? Не, леопард нет. Там увязнет. А ВПЛ у нас на пугасах? Во-первых, не пойдет. Что брать? ВФМ? ВФМ. А ВБЛ на фугасах у нас нет? Да. Не-не, я только на ББ играю. Ну, в основном. Ну, зря. В лоб, если кто-то вот улетаешь, ты по кругу крутишь и гусли снимаешь. А смысл в лоб улетать? Надо уходить оттуда. Тянуть на себя. Тянуть время. Согласен. Да, жить надо. Просто фугасами можно гарантированно, там даже в борт накидывать. Так, парни, так, сейчас тихо. Играем по первой тактике. Три откалываются, три идут поверху. Поджимаются. Понял. У меня на ВБЛ правило, ой, на ББМ правило заходить только взад, там уже гарантированно пробивать. Если вы побеждаете, то вас и тираж ждет. Успех. Хорошо, для начала победить. Надо, так, тихо, парни. Проходим. Так, проходит сюда, вы поняли. Кто первый? Остальные сюда. ВБЛ светит, ВФМ идет за ним. Мы вроде респ не меняли, а он поменялся. Так мы меняли респ, алё. Да? Меня вообще запутали. Я понял. Да без разницы, короче. Чё, так же три снизу, да, проходим? Да, так, кто у нас первый. Там первые идут? Флэш, Альма. Если снизу встречают, длину я снизу. Да, да, да. Мы на центр, да, первые? Да, вы проходите сюда, ну если встретите, если вас светят, вдруг там выдвигает встречный раш, отходите за... Горочку потом смотрим. Флэш не забудь, сейчас дерево сломаю, тормажу. Не забывайте про дымы. Дымы так, на этом острове стоим пока. ВФМ. Бьем за свете. Леопард снизу. Так, ВФМ проходим на следующий. Если что, дымы, если засвет продолжается, один дым и откидывайте, заходите наверх. На мне метка, я пока. Вставайте на заход. Так, внимание, засветили. Они вон где уже. Стоят на обороне. Там чисто. ВБЛ. Ну, так, я ВФМ идем дальше сюда. С ВБЛ. ВБЛ, ты в свете? Да, конечно, смотри, там аккуратненько от башенки играй. Не подставляйся лишний раз. Так, вы ждем. Не мешайте, не мешайте. ВФМ, он здесь пока стоит. Наш. Свет, ВБЛ. Угу. Силуэт ВБЛ. Видно, да? Нет. Вот, ВБЛ. Еще. Мало. Хорош. Блин, пацаны, дайте курану. Так, отлично, парни. Проходите вперед за ВБЛом сюда. Угу. Осторожно, у них не светились еще три ВФМ. Они нас встречают, скорее всего. Я контролирую проход до сюда. Пока нету света. Угу. Я проезжаю дальше. ВФМ, вот сюда поджимаемся. Так, вижу двух ВФМ. ВФМ.
они тут у нас. Так, обходите их как-нибудь так, смотрите. Угу. Смотрите, парни, внизу действуйте по обстоятельствам. Да, я не помню, мы пошли. Рельеф. Вот здесь сидем. Только они, смотрите, они там поразвернулись. Только не спешим, да, ждем. Кучкой выходить. Смотрите, вас встречает там ОБТ тоже. Блин, насветил. Изи, поаккуратненько. Смотрите, мы можем пройти вот сюда, вот в эту нычку, и вот этим зад накидать. Под центральным. Нас они развернутся и развернутся. Смотри, ВФМ вас там встречает. Так, парни, лево, перекрывай, сильно пострел закрываешь. Так, ВФМ, давайте как-нибудь их пытаемся выкурить. Но не подставляемся под остальных. Так, я покажусь в ВБЛ. Свети, пусть на меня отвлекут. Может, так, МБТ идет на меня. ВФМ, так, отходим. Парни, давайте выдвигаемся вперед, откидывайте дымы, выходим. Так, феншуй помогаем, пошли феншуй. Помогаем нашим ВФМкам. Откинули дымы, пошли. Фокус первым, кто там шотный у них, этот батлпап или кто? Фокусики просто стрельнул, откатился, не надо прострел выходить всем. Сука, рикошет. Парни, фокус, давайте наших там поднимают уже. ВФМ у меня. ВФМ, ага. 344 хп добить, батлпап. Он вниз пошел? Да, парни, выдвигайтесь, откидывайте дым, пожалуйста, выходите. Давайте, вперед. Пошли леопарда забирать, 1300, ВФМ, 1300. Идем. А, ВФМ, фокус, 800. ВФМ. Лёпики, давайте сдаем. Сейчас лагает. Прикрой меня, фэншуй. Добить 4 хп. Добил. Так, меня откидали, стоять. Дальше, по первой, дает фокус. Там 509 хп, вон кто-то по возможности добить. МВТ сюда развернулся. Так, обхожу их сзади тоже. Фэншуй, крой меня, крой! Да помогаю как я тебе, что у нас, красная что ли? Да. Парни, давите. Трупики, обезжайте. Гори. Не дай пройти ему! Да, не даю. Нормально. Вот живем. Все, все шотные ушли, все. Сухая. Ес! Ребята. Красавцы. Да, 10-0. Да, красавцы. 10-0. Вообще идеально. Если бы в бою еще понимать, что происходило. Там была жесть. Нам не, мы четко здесь вообще разрушили. Фэншуй красава. Сделал почти все как надо. Вообще красавец. Закрыл класс на меня. Почти. Ну, кроме последнего раза, потому что я не мог так разрушить. Ну я понял, ничего. Мне повезло, я закусил ФМ, и все, пошло все по плану. Как я откатился. На тебя, они меня игнорировали. Вообще. Понятно, я шотный был. Я 70, понятно, там 80 хп пытались забрать, но... Так, скриншот это. Сейчас я буду смотреть. Надо покурить. Сейчас да, скриншот и... сделаем. Да, это было тяжело. Да, вы пока свободны. Немножко. На чуть-чуть покурите там. Так, ну что, личный бой ждем. Да, сейчас можно уже стало так, что... Съездили. Следующая запись уже против Мэйдов Про, насколько я понял. А, нет, против Изи. Это же были Мэйдов. Покидали все, смотри.